Доброе утро, Евпатория на связи, спортивная Евпатория на связи. Вы знаете, у нас стало еще больше спортивных жителей. Если говорить о возрастных ограничениях людей, которые могут поучаствовать в сдаче нормативов ГТО и получить потом знак отличия, это главное, чтобы человеку было от 6 лет, ну а дальше до бесконечности. Рядом со мной начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта Иван Просоедов. Иван Иванович, доброе утро. Здравствуйте. Иван Иванович, на этой неделе очередная партия спортивных евпаторийцев заслуженно получили свои знаки отличия. Сколько это было человек? Получила только часть из заслуживших. Заслужили 193 за третий квартал только 2019 года, а вчера были выданы только в одной школе 80 знаков ГТО, золотых, серебряных и бронзовых. Это ученики одной школы все? Это и ученики, и их учителя. То есть это работа директора и педагогического состава вот именно в этом направлении. То есть вот это качество работы. Иван Иванович, а у вас есть знак ГТО? У меня нет знака ГТО, но обязательно будет. Вы готовитесь к этому? Обязательно. Это сложно? Это действительно нужно быть самым быстрым, самым ловким, самым, не знаю, сильным? Это несложно, но это требует подготовки. Это требует работы над собой. И очень важно, чтобы когда человек подготовился к сдаче нормативов ГТО, получил знак, и важно, чтобы он продолжал заниматься, вот, вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой. А его нужно подтверждать? Вот ты получил золотой знак и каждый год подтверждаешь? Нет, каждый год не обязательно, но есть возрастные ступени, которые, вот ты прожил ступень, третью, грубо говоря, да, там тебе 18 лет, перешел на другую ступень, и ты можешь по этой ступени еще раз сдать нормативы ГТО. А максимальное количество, если сдавать 6 лет знаков, сколько может быть за жизнь человека? Ступени 11. Вот, соответствует тому. Иван Иванович, какие бонусы дает знак ГТО? Вот в зависимости, вот есть золотой, серебряный и бронзовый, да, как вот в олимпийской, как в Олимпиаде. Ну, в целом, наличие знака ГТО у человека любого возраста, неважно, то есть бронза, золото или серебро, дает определенные как бы преимущества. Первое, наверное, отметить стоит у школьников, что это возможность претендовать, то есть более высокие шансы иметь на путевки в оздоровительные лагеря. Для студентов это, для потенциальных студентов это возможные дополнительные баллы при поступлении, и для людей уже как бы возраста после 18 лет это стимулирующие на работе. Да, то есть есть рекомендации, по которым работодатели могут стимулировать разными рода поощрениями работников, имеющих золотые знаки ГТО. Я знаю, что Евпатория — единственный город в Крыму, в котором есть центр массового спорта, и вот в этом году были сданы, в том числе получены знаки ГТО людьми с ограниченными возможностями. Это первый такой опыт или... В текущем году появились методические рекомендации, по которым люди с ограниченными возможностями здоровья теперь могут сдавать нормативы. Действительно, в этом году первый опыт нами получен. 10 спортсменов из нашего адаптивного клуба, который работает при Дворце спорта, сдали нормативы ГТО. Где они сдавали, где они тренировались? Это площадки специальные? Ну, адаптивный клуб у нас тренируется непосредственно в адаптивном клубе на Полупаново. В школе, в общеобразовательной, также проходят тренировки. После завершения реконструкции Дворца спорта, соответственно, будет там проходить их тренировки. А если говорить об абсолютной массе, где они могут тренироваться и готовиться к сдаче нормативов? К сдаче нормативов ГТО можно готовиться на спортивных площадках. Кстати, в декабре текущего года конкретно для категории людей с ограниченными возможностями здоровья появится в парке Фрунзе площадка специализированная. Это будет в районе киноконцертного зала «Отдых», и эта площадка будет достаточно, ну, хорошая, приспособленная для... Как вы оцениваете, достаточно инфраструктуры для того, чтобы евпаторийцы или гости города подготовились к сдаче нормативов у нас? Бесплатной? Бесплатная инфраструктура. Ну, вы знаете, по итогам текущего сезона, текущего года, за последние 3 года на территории городского округа появится 47 спортивных площадок разного характера. То есть это площадки ГТО, гимнастические площадки, и это игровые площадки. Игровых 10,
Ну, гимнастических будет, получается, 37. Очень быстрый вопрос. Как отличить обычную площадку от площадки ГТО? Ну, все площадки обычные, да, в них нет ничего там сверхъестественного. Игровые площадки отличаются тем, что они приспособлены для игры в футбол, волейбол, баскетбол и даже в теннис. На ГТО есть брусья. А на ГТО брусья, турники и скамья для пресса. Иван Иванович, огромное спасибо, что это утро спортивно провели вместе с нами. У нас в Евпатории, кстати, открывается в это воскресенье еще одна спортивная площадка, большая, в поселке Мирном, так что еще больше возможностей будет для того, чтобы тренироваться и идти к победе. Доброе утро из спортивной Евпатории!